В апреле стартовал новый спортивный сезон, в котором принимает участие футбольный клуб «Люберцы». Игроки нашей команды встретились с Владимиром Ружицким, чтобы обсудить спортивное будущее городского округа. В прошлом сезоне футбольный клуб «Люберцы» завоевал бронзу среди команд 3-го дивизиона группы А. Как сказал главный тренер команды Александр Антонов, игроки сочетают в себе самые нужные в футболе качества – молодость и профессионализм. Но финансовый вопрос администрация города берет на себя. «Люберцы славятся разными видами спорта. Один из них – это футбол. И это такая игра, она любима. Футбол – такой зрелищный вид спорта. И понятно, что «Люберцы» должны быть представлены. Поэтому у меня, как у главы, как вот здесь мои коллеги, которые работают в администрации, в спорткомитете, основная задача – обеспечить материально, чтобы я долго не философствовал. Однако в ответ на поддержку Владимир Петрович взял с футболистов обещание в этом сезоне завоевать первое место. На сегодняшний день две игры уже состоялись. Первый матч был отыгран с равным счетом. Во втором удача была на стороне люберецких спортсменов. Так что первые шаги к победе уже сделаны. Кристина Манасарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.